Нерухомасць за межамі горада, наколькі яна актуальна і наколькі на яе ёсць попыт, сёння даведаемся ў прадстаўніка кампаніі Алькор Дмітра Мыска. З вамі Марк Хадалей, прывітанне. Всем добрый день. Ну вось, калі казаць пра нерухомасць, якая знаходзіцца за горадам, наколькі гэта цікава, я так разумею, што тут хутчэй ўсё ж такі мы будзем размаўляць пра дамы, так? Не кватэры, а менавіта... Ну, по большай часці, да. Ну, хаця, в прынцыпе, за горадам у нас в гарадах і спутніках ёсць і там... Малевичи, те же Заславль, да, если многие, в принципе, Сенница, это прям рядом. Там и квартиры, но они больше тенденции рынку квартир подчиняются, то есть нежели... Если уже о домах, это совершенно другой рынок. Ну, давай, я думаю, что это так само такая великая тема, в какой мы, до речи, еще... Вот мы привыкли размовлять про кватеры, так, але домы, ну, не как за все застаются здесь у боку. Сегодня есть попыт на рынку на них? Мы сейчас вообще наблюдаем как бы увеличение. То есть, если смотреть за последние, наверное, года два, рынок загородки был, ну, загородной недвижимости, именно там домов, дач и так далее, ну, не сильно активный, я бы сказал, но это наблюдение где-то может быть лично мое, может кто-то меня поправит, но тем не менее. Ну, не сильно прям активный, то вот в этом году, вот прям даже в январе месяце мы уже увидели активизацию, у нас уже проходили сделки по домам, причем, ну, казалось, что еще пока не должны этим интересоваться, и сейчас уже вот у нас как бы март месяц, но активно-активно люди смотрят, то есть, как правило, только где-то ориентировочно в районе марта, ну, начинался вот этот так называемый сезон, да, неких активных там просмотров, снег сходил, то есть, людям интересно было увидеть, какой участок там без снега, есть ли там ямы, нет ям, что посажено там, все дела, смородинка, не смородинка, то в этом году заметили, что уже с января, прям вот после праздников начали звонить по загородной недвижимости, у нас уже, в принципе, пришло... на снег, не на рослины. Да, видите, как-то это белый цвет, значит, в тренде 24 года. Я думала, что некий там меньше, вельми такие незвычайные колеры, але я зрозумела, на нерухомость будет белый. Меняем стереотипы, в общем, да. Заметили то, что активизация, и даже статистика говорит, вот я даже у себя в соцсетях за январь-февраль месяц проводил по продажам, именно там по Минскому району в основном мы специализируемся, да, если мы берем загородку, и по сравнению с прошлым годом, да, увеличение уже прям в январе пошло нормальное, в феврале тоже увеличение идет домов, дач, то есть это говорит о том, что, ну, скорее всего, в этом сезоне мы увидим некую, знаете, реабилитацию загородного рынка. В связи с этим можно чекать росту коштов на этот рынок? Ну, возможно, конечно. То есть любой спрос, он... понятно, что загородная недвижимость это такой, это многосегментированный рынок, потому что есть дачи вот такие-то дачи, вот такие-то дачи здоровые, дачи дорогие, дачи дешевые за 10 тысяч, есть дома здоровые за миллион плюс, которые тоже смотрят, у нас есть такие объекты в продаже, и в принципе предлагают деньги там в районе миллиона долларов, ну, то есть я говорю объекты, да, там бывают очень долго переговоры, идут, бывают месяцами, но тем не менее. Возможен ли поднятие некой средней, понятно, там цены среднего квадрата нет за городом. Я хотела сказать, хотя бы можно не разуметь, Сколько они каштуют? В загородной недвижимости нет. Все должны четко понимать шаблон, потому что у нас бывают тоже обращаются где-то клиенты, а какая средняя цена квадрата там загородной? Ну как можно сравнить? Может дом быть 100 квадратов? Возьмем даже одинаковый, например, одинаковый проект, одинаковый внутри ремонт, но этот построен, я не знаю, где-нибудь в Марьялево, а этот где-нибудь, я не знаю, в какой-нибудь деревушке. Естественно, стоимость строительства, по сути, и там одинаковая. Да, отличается стоимость участков, но в загородной недвижимости влияет не только сам дом и там, что внутри. Это и какой участок, это какая там почва, это какой уклон, какой он формы, какой там ландшафтный дизайн, это какие соседи. Однозначно может быть хороший, красивый дом, справа-слева халупы, забудьте. За нормальные деньги вы его не продадите. Ну, то есть, где расположен крайний, какие коммуникации. И вот эти вот все моменты, они влияют и на стоимость объекта, на стоимость участка, естественно, и так далее. Поэтому, по сути, если сравнить, это как средняя температура по больнице. Ну, невозможно просто, даже будет плюс-минус одинаковое строение, там будет 100 тысяч, а там 200, причем суммы бывают кардинально отличаются.
Ну а что, частей за все, если так коротенько, у нас тут литерально хвилинка, какие топ по требованию, звучайно, что наибольше важно, так, для покупников? Ну, конечно, интересны дома, которые, ну, с некими коммуникациями, даже садовое товарищество, там, где есть коммуникации, которые можно использовать там для круглогодичного проживания. Но это, опять же, я беру сегмент, наверное, такой уже в районе 100 и чуть и повыше даже, да, потому что, ну, как бы понятно, у кого есть 10-20 тысяч, который хочет себе дачу, как бы он не будет претендовать на то, чтобы там газ был и там все внутри отапливался, он круглый год будет. Он будет выбирать некий объект, который, в принципе, внешне стильный, нормальный участок, не 4 сотки, да, в садовом, а где-нибудь каких-нибудь 6-7 хотя бы. Поэтому здесь в загородке гораздо все сложнее, еще хуже, чем в квартирах, то есть градацию некую провести. То есть там их очень-очень много слоев, наверное, будет, потому что дома разные, там 10-20 тысяч, там 20-40, а там 100, 200, 300, миллион и так далее. Ну, единственное, что надо, тут где-то больше для продавцов бывает, часто обращаются, неплохие даже локации, дома и оптимальной площади, там 150-250, вот такая средняя оптимальная площадь, да, которая всех устраивает, и вроде в нормальных локациях, но они там каких-нибудь 2000-х годов, и ремонт делался там 20 лет назад, и как бы люди, продавцы чисто искренне считают, что эти дома стоят дорого, на самом деле такие дома, как правило, больше там 200 тысяч не уходят, потому что покупатель, когда приходит, он понимает, что в принципе на рынке там за 200к уже можно купить что-то более новое, более стильное, либо купить некие консервы и сделать под свой вкус. И хоть там и было дорого-богато когда-то, но уже стиль дизайн не тот, поэтому... Кошт не то и... Да, то есть это, ну, очень объемный вопрос вообще загородной недвижимости. Может быть, когда-нибудь пообщаемся на тему того, на что стоит обращать внимание, некие азы расскажу, да. Я вот думаю, что это так само особная тема, на якую варто будет поразмовлять. Ну, а сегодня... Дякую, что прийшов. Всегда пожалуйста. Дякую за поради. Для наших слухачів я нагадаю, що у нашій студії був представник компанії Алькор Дмитрий Мойсак. Марта Худалій так само була з вами. До нових зустріч. Пока-пока.